Еще долго стоят, да, здесь, по-моему, блядь. Вообще реально машин что-то нету, даже. Да. А хоть один бы остановился. Да, то там их три, видишь, они, походу, у них своя тусовка. Там черная. Твоя. Моя. Кента. Ты куда? Топы, брат. Какие топы? Рекомендации. А мы уже тут, брат. Там. На Александровце. Поехали, брат. Друзья, всем ассаламу алейкум и всех приветствую на моем канале Гаджи ТВ. Я тебе говорю. Это мой Кент Ренат, новый Кент. Ну не такой близкий, там друг детства нет, но новый Кент. Я не хочу знать его. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ну бомбовый пацан, да? Такой, да, иногда, когда кайфует. Я сейчас тоже кайфую от съемок. А, да, иди сюда, иди сюда, так далеко. Подожди, сейчас я не дам команду, брат. Да, куда, я куда, еду. Короче, ребят, мы находимся в данный момент в Крыму, в городе Симферополь. Это столица Крыма. Приехали мы сюда на этой моей прихне. Блин, я не успел, хотел турбануть, потом приехать. Ёпт фашум! Сюда мы приехали по двум причинам. Первое. Нет, по каким причинам? По одной причине сюда приехал. Делать для вас четкий, мощный, бомбовый контент. Кстати, хотел ее турбануть и потом приехать. Понял? Турбо обкатать двигатель, круг сделать по крину. Смотри, какие красные луга, поля, горы, реки, море. А может тоже побольше поедем. Вот. И все. А этот выпуск мы просто, это лайв, мы просто начали снимать. Мне, кстати, подписчик написал, брат, ты приехал, давай тоже подъедем туда-сюда. Я говорю, подъезжай. Сейчас ребята тоже должны подъехать, я не знаю. Кстати, хочу поменять здесь фары, капот поменять и пару еще вещичек сделать. Вечерком тоже шум гам будет. И, а вот, кстати, они не подъезжают. О, две приоры, зими их. Я тебе говорю, это что? Эй, настырпышка. На страбах, что ли? А это не понятно. Это не понятно. Как ты, Алим? Александр. Это ярый фанат, что ли, вас был? Ты где был? Брат, поставь это тоже красиво. Рядышком. Не, она не бы никак оставить. Короче. Что? Это что? Это делегация Рябина? Черт. Короче. Блин. А вот же на приорах ребята подъехали. Запчасти как раз не нужны, пацаны. Капот и фары. Это какой год у тебя? 20-й? Ну да, видно, брат. Тогда у меня BMW. Я так иду на смейка. Это серьезный вид у тебя? Я слышал, здесь море бомбовое, да? Майори, проезжай, проезжай. Да, конечно, проезжай. Строили, все, хорошая дорога. Чего он наехал? Да, не знаю. Да ладно. Да ладно, что ты тоже, мы же никому не мешаем. Наехали сразу. У вас что, вспышки страба горят? У меня тоже есть. Может, включим? Давай включим. А, кстати, я не успел приехать, покрасил субботайку. Вот красный. Ребят, как думаете, нормально? Или шляпа? Розовый? Нет, красный, красный. Подожди, подожди, вот такой переход. Я тебе говорю, что за кадр?
Напишите в комментариях, какой цвет пиоры больше подходит. Это что цвет? Кориандр, снежка или черный? Блин, правда, вот капот, мопот, фары, сейчас мы и разберемся. Ну, по мне черный. Не знаю, есть любители снежек, есть вот этого кориандра. Меня зачем снимать? Их снимают. Ты тоже разговариваешь, я да? Я тебя уволю. Вот. А что, работа на тебя, что ли? Что там происходит? А? Кто там поселился? Фара коррекция. Послушай этот звук. Может там шлифовщик, там мебельный цех может у тебя уцелить? А это у тебя, вот это было очень. Отсюда посмотрите. На. Снимай. Так, все, ребята. Да. Давай за тренатурой зазор не используем. Вы не знаете, где фары можно купить? Можно, возьмем, сделаем. Где? Сейчас можно поехать? Прямо сейчас поехать, купить, поставить? Можно. Капот тоже так же? Капот тоже можно. Поехали тогда? Поехали. Все, поехали за фарами, за капотом. Все, ребят, мы выезжаем. Мы туда, когда лайв начинаем снимать, контент сам нарисовывается, да, даже. Да, честно, да, мы да. Ничего не планируем, ничего, просто начинаем и суета начинается. Я не знаю, что будет дальше. А, до точки Б едем, и такая суета начинается. Все, ребят, поехали. Ты что, расслаблен или напряжен? Сейчас расслаблен. Видно, что расслаблен, честно говоря, видно. Разговаривать не можешь. Не расслаблен. Все, выезжаем. Короче. Мы выехали. А так чем-то Дагестан напоминает? Ничем, а вообще всем почти. Да. Только дороги тут получат. Поедем, фару установим, не? Да. Ты, короче, пока Махачкалу доедешь, ее в идеал хочешь привезти, да? В идеал. Это что, это наш оператор, что ли? Это наш оператор или император? Что он делает сегодня, брат? Блин, если бы он выпал бы в натуре. Контент был, нормально, да? Нормально было, брат. Проезжай, ахай. Блин, он что, хотел, чтобы камеру поймал, что ли? Под камерами на меня на смешное ставил. Сейчас я пострелял бы в него. Обожаю эту камеру. Это что за карта? Класс. Мама, я в Крыму. Ой. Что ты творишь? Хожи. Ой. Он как будто перезаряжался, брат, отвечаю. Заезжаем, что ли? Симферополь! Мы куда? Мы куда? Можно на столок, можно на скалы. Какие скалы? У нас же не внедорожники. Там, смотри, что за место. А задает. Там что, брат? Вон дорога, трасса, асфальт. Понял, там что? Озеро. Байкал? Вон слева, видишь, озеро. Там что, ахи? Озеро. Там что? И что? Красивый кадр, брат. Красивый кадр. Скалы, реально, проехали. Мы же ехали фару купить. Thank you.
сейчас мы ее утопим. Гаджи, мы едем или нет? Подожди, там, видишь, мы заняты. Чем заняты, Лев? Игра Хасан онлайн. Что за игра? Мысль, ты не знаешь? Нет. Смотри, игра Хасан онлайн — это игра, которая все, что происходит в реальной жизни, происходит в игре. То есть ты можешь устроиться на работу, устроиться в банду, зарабатывать, грабить, покупать тачки, все дело, все, что это тебе захочется. Последнее время очень довольно часто залипаю на этой игре, и скоро я открою свою банду, свою мафию. Я играю на 11 сервере, и также скоро в игру внесут меня, то есть моего персонажа, он будет в игре. Так что заходите на 11 сервер, регистрируйтесь по моему нику Магомед нижнее подчеркивание Гаджи, и по промокоду Гаджи вы получаете 50 тысяч игровой валюты и можете также купить BMW 3, Приору. И уже у вас будет первоначальный капитал, чтобы моросить по-страшному. Как я ранее говорил, в этой игре есть любого сорта тачка. Просто любого сорта. Поэтому ссылка будет в описании. Переходите, скачивайте. И я всех жду вас там. Короче, ребят, мы выехали в центр. Выезжаем в центре недорого. В центре реабилитационный центр выезжаем. Я включен. Держи вас. Я думал, ты уберешься. А-ха-хай! Что, сейчас? Ай, ай, блин, ты брат, дурак, что рука отключилась. За все те беды и невзгоды, и несчастья, и счастья. Давай. Ох ты, не верьте ему. Блин, два кулака дал. Лох. Что за суета? Давай локтями. Эй, давай, давай. Вайля! Гаси! Все нормально делаем, да, Уцкан? Они куда топят? Шашкара не сеть. А, я не мог. Давай. Это... Здесь машин нету на шашке, брат. Ой, что делают? Это что делают? Они что делают? Они что-то делают, брат. Они идут, они живые. Эй. Тут камеры интересно много. Тут нет там вообще. С камер не город. Как очко. Конечно, можно, а когда нельзя было? Ты будешь снимать или нет? Все, мы едем, брат. Мы едем и живые. Здравствуйте! У нас выпуск идет на YouTube. Выпуск идет на YouTube. Пару слов скажете нам? Не, очень красивый город. Очень красивый. Че, ну, блин, такой спокойный город. А, блин, ну, вообще медленный. Медленный и очень мало машин. Тихо, брат. Бро. Мы едем в центр. Интересно, какой здесь центр? Мы едем в центр. Вай. Так красиво. Это очень красиво, брат. Очень. Красиво и очень живо. Он что делает? Он что делает, Магни? Они не умеют, кажется, да? Они вообще не умеют. Они не умеют, да, кажется? Тебе кажется? Нет. Это пока так. Здравствуйте. Пару слов скажете нам? Пару слов. Ва-алейкум-салам. Как ты, Вац? Как ты? Нормально, снимай. Я говорю, выпуск идет на YouTube. Пару слов, думали, от вас услышат. Удачи, счастья, успехов. Счастье. Все. Про приоры что скажете? Три приоры. Как канал называется? Гаджи. Как?
Лицо дай до 30. Вот он. Сейчас напишу. Давай, напиши. В Инстаграме, напиши в Инстаграме. А дальше больше уже на YouTube перейдешь. Если деньги будут просить, то скину. Пошел? Да, выскочи. Нашел? Мама, Инстаграма нет. Инстаграма нет, ну найди ты. Блин, ты когда заметки открыл мне? Так у меня надо интернет. Да, Инстаграм, зайди. Нет, интернет. Его просто найдите. Вот найди его просто, я покажу. У меня интернета нет, в Инстаграме. Ой, блин, у тебя тоже нет, да? Нет, в Короче, Гаджи. Да, Гаджи, имя подчеркивание, Гаджи, это его. Миллион тысяч подписчиков. Что там? Инстаграма нет у них, прикинь, один открывает мне заметки, даже запиши. Я говорю, на хату. А Ютуб есть у вас? Давай в Ютубе тогда. Надо ради Аллаха полтинник закинь, да себе на счет и уцы. А? Полтинник дай. У вас тоже нету? Ну давай в Ютубе найдем, я просто хочу, чтобы посмотрели, на каком уровне просто. Как ты, братишка? Нашла? Подожди, нашли? Нашли. А вы мне не верили. Мы подписаны. Подписаны? Да. Серьезно, будем подписаны. А? Серьезно подписаны? Да, ну нафиг. А что вы говорили, что не знаете? Я не верю. Это сейчас подписали. Сейчас подписали. А, все. Гад. Отману хотели сделать. Не подписывай. Ты что думал? Эй, иди на крем, просто это нормально. Крем. Эй, я его воткну. Эй. А дальше что делать? Сейчас маленький непонятки у нас здесь что-то. Сделай, чтобы она горела. Типа у нас больно делал. Не, она живая, она идет. Нормально снимать, да, по-братски, я тебя в натуре. Уволишь, что ли? Ты что, бля, я здесь по собственному желанию у вас. Я нормально снимаю, вот цей. Эй! Нет, еще. Аккуратно. Все. Прикинь, вот так по городу ходишь, подписчиков собираешь, бля. Что делает, правда? Вот она. Дал. Ай, хорош! Не бы. Ба-ба-ба, это что такое? Тау. Сейчас я психа посмотрю. Так, свайганяна, вот сейчас уже у меня хороший разъебран в городе. Да я не понял. Мы в городе! Это мой город, брат. Я здесь был 2 недели, брат. Мама, треперы, блядь. Залетит что-ли между ними вот так? Да, китайцы. Все, его не стропали, да, пожалуйста. Его не стропали, по-братски, пошутся. Вай, это было очень. Брат, тихо, эй. Не, тормоза упрёры. Ребят, чтобы вы понимали. Эй, сотрудники ДПС. Сними это всё, сотрудники. Я их не вижу, брат. Скажи 300. Вот он Класс показывается. Не, брат, на такой скорости зачем ты делаешь? На какой? 180? Арабы делают по 200. А ты лакис, брат. Тебе 60 хватит.
Больной. Ей, брат, ну не делай, да, вот сы. Салам алейкум. Не обеси, брат. Не, где даже флёра не паникает? Как ей турбо не хватает, ну скоро будет. Бай, даже. Эй, ты чё делаешь, дурак, брат? Эй, брат, как... Да. Я ширик забыл. Салам алейкум. Развернуло у цена там, видел, да? Эй. Эмки что ли вас? А ну да. Блин, ну что он сделал просто, жесть. Эй, брат, мы, по-моему, в Алушту едем, в сторону Алушты. Не, реально говорю. Эй, ну не здесь добра. Эй, выпить что? Угомонись, брат. Вкусно? Как? Смотри. Телефон забери до него, брат. Забери до него телефон. Да. Здесь не надо, брат, по-братски. Остановите маршрутку. Базарчик. Мы чё? Добрый день. Ой, блин, не едешь тут. Остановился, затроил. Вырубился еще. Упал оттуда. Тот его за ногу держит, на лицо об асфальт, блин. Эй. Да брат. Когда его так делали, напрягаться начали. Красный, да. Где красный? Проехал туда. Они остались там. Давай на сторону Махачковой дадимся вдвоем. Это, бля, Франческо. Как его звали? Кого? Этого. Суабзиру. Шлеменко. Тихо. Эй! Бля, долбень, бля. Да, бля, гаджи ради Аллаха, брат. Вот именно вот это не делай, да, брат. Блин. Это вообще было, брат. Не все, брат. Это был пранк, бля. Не, там нормально, под контролем было все. Какой под контролем? Что ты можешь контролить из себя, блин? Очко не очень. И он такой... Такой вот переход, аккуратно подъехали. Короче, подъехали в центр, сейчас подъедет еще одна приора к нам, и чуть пошумим здесь и поедем дальше. Короче, суета, Ставрополь, Сарат, блин, Симферополь продолжается. А я тебе говорю, похлопайте, да, поддерживайте. Поддержка, а мотивация, блин, поддержка. Нормально. Давай. Эй, кто сей? Ахи, давай отси. Как ты не умеешь? Я тебе говорю. Замай. Лучу! Нормально, Ахи, нормально. Ринат, делай, брат. Давай. Я тебе говорю, это вызов, брат, это вызов, брат.
Я, она лучше тебя танцует, ахи. Я тебе. Давай, давай. Брат, давай, брат. Да, конечно. Я думаю, что происходит? Нормально, нормально все. Все, все, все. Конкретно тренировку сделал ты. Девушка, спасибо. Эй, уже все, брат, уже все, уже не надо. Да, бомба, бомба, брат, красавчик. Вот он тоже бомбу танцевал, а ну уцы, ма. Да, красавчик. Бомба, брат. А мне казалось, как, ну, не... Давай, давай. Что-то не то скажи. Эй, пацаны, вы сдались, что ли? Никто не сдался, брат. Смотри, я жив. Девушка, вы очень красиво станцевали. Лучше меня, представляю. Ну, мотивацию. Мотивацию подняли. Мотивацию надо поднять. Отвечаю, шафл я тут делаю. Не-не, шафл не надо, брат. Нормально, нормально, шафл не надо. Это что-то за песня, брат? Ты вальс включил, что ли, брат? Вальс? Как мужчина! Давай, давай, как мужчина рассказал, делай! Девушка стоит, ждет приглашения. Бра, хорошая песня, мне нравится. Он как застеснялся? Эй, лучше... Он настраивает. Дай, да, тоже стесняется. Мелодия, смотри, какая аккуратная, брат. Так, ну что, ребят, что, завершим этот выпуск, пока какое-нибудь ЧП не случилось. И все, да? Ты так завершился, да, или что? Или как, или как? Всем спасибо, что смотрите нас. Скажите, что это нравится. Короче, ребят, этот выпуск, блин, этот выпуск получился очень спонтанным. Я просто хотел снять выпуск о том, о моей поездке в Крым. Хотел, ну, чуть марафет навести, может, вот мелочи. Там что-то по ходовой, потом капот поменять, фар поставить, решетку там, этот знак белую сделать, как на Блакедишине. К сожалению, это все сделать не получилось. Не нашли мы это все. Нашел фар, все заказывать надо, вот оригинальное я хочу поставить, это все заказывать надо. И нашел капот. Капот стоит 18 тысяч рублей. Просто 18 тысяч рублей капот на приору. Ну, блин, для меня это дорого, честно дорого. Махачкале лучше, я соберу, да соберу ее. Хушет его, рынок. Хушет, рынок, хушет, Махачкала, АУ. Вот пацан, он с хушетом. Да, я все там решаю. Да. А так мы сегодня поздно начали, просто поздно проснулись, поздно начали, поэтому чуть темнеет уже, пойдем. Короче, да, решается. Ну что, всем ассаламу алейкум, всем до новых. Не, мы не в Дагестане, брат, всем пока. Короче, ребят, всем ассаламу алейкум, до новых встреч. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Да подождите! Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому что тут будет каждый день выходить выпуски. Если не каждый день, то каждые два дня. Стараюсь максимально стабильно держать и буду максимально больше вас радовать. Четким, мощным, бомбовым контентом. Все, давай.